Я вновь всех приветствую у себя на канале. В этом видео хочу представить вам, скажем так, небольшой, но скрупулезный обзор стартового сигнально-шумового пистолета турецкой фирмы Retai. Модель называется Baron HK. Итак, начнем, стало быть, с внешнего вида, то бишь с упаковки для начала. Здесь нас турки порадовали. Мы имеем такой очень внушительный, красивый, основательный кейс на таких вот защелочках. Так все это дело у нас выглядит. Сверху, как я уже только что показывал, маркировочки. Значит, название фирмы, сайт производителя, серийный номер, калибр 9 мм, модель Baron HK, цвет черный, дата, еще какие-то маркировки, код, все как полагается. Но это уже идет маркировка украинская. Значит, кейсик, да, основательный, внушительный, красивый. Если сравнивать, например, с теми кейсами, в которых до этого поставлялись турецкие стартовички, или даже вот, пожалуйста, кейс от Умарексовского Вальтера P99, да, как бы выглядит немножко попроще. Что внутри? Раскрываем, смотрим. Значит, внутри мы имеем уже украинскую инструкцию, кому интересно, можно поставить на паузу, почитать, что здесь у нас пишут. Никаких дополнительных документов здесь нет. Это же есть инструкция по пользованию. Пользование максимально простое. Вкладываем в сторону. Ну, это уже дополнительно докуплено, мне положено в коробочку продавцом. Коробка патронов 50 штук, 9 миллиметров холостых. На них мы остановимся чуть попозже. И приступаем к тому, что лежит у нас внутри. Внутри в комплекте у нас поставляется вот такой вот ёршик для чистки. Ёршик самый что ни на есть простой. Его пихают, в принципе, практически ко всем стартовым пистолетам. Да и газовым тоже. Толку от него на самом деле не очень много, но разве что только патронник почистить, потому как ствол и в стартовых, и в газовых пистолетах по украинскому законодательству должен быть не сквозным. То есть там есть преграда. Поэтому как бы чистить ствол этим ёршиком ни с одной, ни с другой стороны не получится. Но патронник, в принципе, можно вычистить. Вкладываем в сторону. Далее небольшой тюбик, как говорится, с фирменным маслом. На самом деле ни разу его еще даже не открывал. Но я думаю, что здесь самое, что у меня есть, обычное нейтральное масло для чистки, для смазки. Ну, вряд ли сюда залили баллистол. Также откладываем в сторону. Ну, и собственно сам пистолет в целлофановом кулечке. Ну, тоже немножко отложим в сторону, сейчас мы к нему вернемся. Также очень приятно порадовало то, что внутри кейсика все так основательно проложено поролоном толстым под каждую деталь комплекта. Здесь есть своя, скажем так, выемка. Вот все это удобно здесь размещается. Ну, слишком много мы сконцентрировали внимание на кейсе. Также убираем его в сторону. И, наконец, подходим к самому пистолету. Значит, пистолет выполнен в виде, скажем так, копии с претензией на копию боевого аналога модели Sig Sauer P228. Все это дело выглядит у нас вот так. На самом деле турки неплохо постарались, да, скажем так, из копий
сигзауровских моделей. Это, пожалуй, единственное на нашем рынке, которую можно купить в Украине. Да, есть очень неплохая копия P226 от немецкой фирмы Umarex. Но, к сожалению, свободной продажи ее нет, только на вторичном рынке. Если очень сильно повезет, эта модель газовая, ее придется оформлять на газовое разрешение. Здесь же мы для фанатов Зигзауэра, к которым я также и отношусь, имеем достаточно точную копию. Значит, можем рассмотреть ее поближе. Так все это дело у нас выглядит. Все контролы здесь функциональны. Каждый выполняет какую-то свою функцию. Сейчас я об этом расскажу. Магазин по заявлению производителя сюда вмещается 15 патронов, но это чуть-чуть попозже выясним. Может быть, в этом видео попробую запихнуть сюда патроны, может быть, видео со стрельбой. Значит, по что из чего делается здесь? Ну, здесь, наверное, лучше будет пробовать с магнитом. Значит, магазин, раз уж мы его достали, выполнен здесь из стали. Пятка магазина пластиковая, подаватель магазина тоже пластиковый. Кстати, ходит, зараза, он здесь очень туго, но это, наверное, потому что я им еще пока ни разу не пользовался. Может быть, немножко смазать, немножко разработать, и будет ходить посвободней. Ну, само собой, естественно, пружина внутри магазина тоже стальная. Теперь сам пистолет. Сам пистолет выполнен полностью из цинково-алюминиевого сплава. И затвор, и рамка здесь выполнены из сплава. Спусковой крючок, я бы сказал, что он выполнен из сплава. Но, наверное, больше похоже на то, что он пластиковый. Значит, рычаг, который удерживает магазин, также сплавный. Затворная задержка стальная. Рычаг декокера снятия с боевого взвода тоже стальной. Курок, именно курок, выполнен из сплава. Щечки рукоятки здесь пластиковые. Вот, имеют такую, я бы даже сказал, это не насечка, а такая как шероховатость. Ну, на самом деле, если пробовать в руке, то достаточно так приятно в руке. Хваткая такая рукоять получилась. Хотя, вот если здесь видно, конечно, по сравнению с оригинальным Сигзауэром, рукоять здесь как бы достаточно широкая, но немного заужена к низу. Такого на оригинальном боевом пистолете, конечно, нет. И это несколько сбавляет удобство хвата. Хотя, если добавить сюда магазин, в принципе, ну, в руке сидит неплохо. Значит, покрыто все это дело у нас порошковой краской. Честно говоря, качество покраски здесь вызывает некоторые вопросы. С одной стороны, покраска матовая, и она больше добавляет схожести с оригиналом, да, с воронением, по сравнению с другими турецкими стартовичками, например, теми же Эколами, там, если взять, к примеру, Экол Майор модель, там покрытие глянцевое, оно прямо аж блестит, ну, честно говоря, не очень. Здесь оно как бы матовое и
выглядит получше. Хотя вот есть тоже, вот, например, вот здесь и вот здесь. А также, если вам видно вот здесь, такие как будто небольшие пятна неравномерной прокраски. Да? Ну, вот здесь мы как бы вообще не обращаем на это внимания. Это уже от того, что несколько раз им клацнули. Естественно, я не прямо сейчас его распаковываю. Я, конечно, правда, ни разу из него не стрелял, но уже успел достать из коробки, немножко поклацать, немножко разобрать, собрать. Вот, нашел некоторые недостатки, нашел некоторые достоинства. То есть, сложил уже какое-то впечатление, именно поэтому хочу им и поделиться. Вот. Ну, внешний вид мы рассмотрели от и до. Теперь приступаем к осмотру его внутреннего, скажем так, устройства. А, к тому же, раз уж пока еще не разобрал, скажу, пистолет одинарного действия. То есть нажатие на спусковой крючок при невзведенном курке ничего не дает. То есть нужно либо пальцем взвести курок, вот, либо взвести курок затвором. Также хочу обратить внимание, раз уж пошел разговор об этом, для любителей взвода и спуска здесь есть некоторая такая системка очень интересная. Ну, во-первых, по сравнению также с оригинальным боевым аналогом, здесь курок торчит из затвора, скажем так, не слишком сильно. То есть вы хватите его пальцем, ну, скажем, немножко неудобно, да? Возможно, но неудобно. Насечечка здесь слабенькая такая, нехватка. Вот. При том, что вы взвели предварительно курок, для любителей американских боевиков, где все спускают курок, придерживая его пальцем, здесь чуть-чуть так не получится. Вот смотрите, что происходит. Я удерживаю курок пальцем, нажимаю на спуск, отпускаю его. Ничего не происходит. Значит, нужно, для этого нужно пользоваться либо рычагом декокера, либо, совсем не оттягивая назад курок, вот так плавно его спускать. Предохранителя на этой модели, как такового, как отдельной детали, здесь не существует. Как и, в принципе, на боевом аналоге, здесь есть рычаг декокера. Работает это все дело следующим образом. Вот так. При этом, естественно, если патрон остался в стволе, выстрела не происходит. Как-то так. Это что касается внешнего вида и некоторого функционала. Теперь по поводу внутреннего устройства и разборки. Разбирается все это дело следующим образом. Ну, естественно, так как пистолет вообще основное предназначение этой игрушки, для чего? Ну, для, скажем так, подачи светозвуковых сигналов, для обучения, скажем так, обращение, первоначально, правильнее сказать, получение первоначальных навыков обращения с оружием, да, при том, что оружие абсолютно безопасно, стреляет только холостыми патронами, да, но тем не менее, весь функционал оригинального оружия сохранен, поэтому есть возможность получить какие-то первые, первоначальные базовые навыки при обращении с оригинальным, с настоящим боевым оружием. И также, скажем так, для какой-то тренировочной стрельбы. Вот, то есть оружие абсолютно безопасно, доступно для приобретения гражданами, достигшими, по-моему, если мне не изменяет память, 18 лет, то есть не требуется никаких специальных разрешений, ничего, даже документов, по-моему, не требуется для того, чтобы его приобрести, но все-таки мы помним, так как предназначена для получения первоначальных все-таки навыков, помним о том, что все нужно проверить, да, то есть вынимаем магазин,
проверяем, что оружие разряжено, только после этого начинаем с ним играться. Да? Хотя я уже тут здесь наигрался с ним, слава богу, ничего не проверил, но в свою защиту хочу сказать, что оружие 350 раз было проверено до того, как начиналось, вообще начинал съемку. То есть здесь 100% ничего нигде не заряжено и заряжено быть не может. Ну ладно, это все лирика, отвлеклись мы. Значит, как все это дело у нас разбирается? Разбирается это все у нас вот так. Значит, нужно оттянуть затвор, поставить его на затворную задержку. При этом рычаг, который удерживает затвор, и выемка на затворе совмещаются. И у нас есть возможность сделать вот таким вот образом. Вот. После этого, после того, как опустили рычаг, удерживающий затвор на месте, вниз, с этой стороны его можно немножко выдавить пальцем. Но только до определенного предела. Он примерно вот так начинает выходить над затвором. И у нас появляется возможность его не очень много вытащил. Вот, да. Дальше, чем нужно, вы его с этой стороны не выпихаете. Вот. Никаких дополнительных инструментов, в принципе, на данном этапе здесь не требуется. Вот. После этого его можно провернуть вот так. И полностью вытащить. Все. Все это происходило для того, что здесь вот на этом рычажке, уже тоже изрядно таком покоцанном, есть проточки, и для этого их нужно, ну, чтобы эта проточка не цеплялась за упор, нужно провернуть вот так, и тогда упор возвратной пружины будет упираться в ровную часть на этом рычаге. И тогда он спокойно выйдет. Значит, после этого все просто как грабли. Оттягиваем затвор назад до упора, приподнимаем его и снимаем как на ПМе. Имеем вот такую вот возвратную пружину, направляющую возвратной пружины. Даже не знаю, как эта деталька называется. Скажем так, держатель возвратной пружины. Ну и саму возвратную пружинку. Пружинка здесь на самом деле такая простенькая, слабенькая. Ну, особо мощная она здесь просто не нужна, потому что используются холостые, слабенькие патроны. Значит, далее идем. Возвратная, направляющая возвратной пружины здесь стальная. Естественно, возвратная пружина тоже стальная. Вот эта деталька у нас тоже стальная. Возвращаем все это дело на место. Вот так. Следуем далее. Затвор. Очень интересная деталь – затвор. Затвор здесь массивный, достаточно тяжелый. К сожалению, мне сейчас нет возможности взвесить его. Ну вот, обратите внимание, какие толстые стенки. Причем везде. Как здесь. Ну вот, самые тонкие места, скажем, в затворе, присутствуют только вот тут. И вот тут. И это просто нужно для того, чтобы вот этими местами, когда вы затвор будете ставить на место, он зашел в выступы на раме и встал на свои полозья. Вот. Самая интересная и такая, скажем, трепещущая часть подобных вещей, да, после того, как вы из него начнете стрелять, очень часто бывает такое, что именно затворы лопаются, да, от напряжения. От ударов вот этой частью при откате его назад. Именно здесь все достаточно толсто и основательно. Да? То есть есть надежда на то, что ни в этой части, ни в этой части ничего не отломается и прослужит хотя бы некоторое время. Опять-таки вспомним о том, что здесь пистолет выполнен из цинково-алюминиевого сплава, да, и это все-таки получше, чем силумин, покрепче.
Значит, переходим к рамке. Место, такое интересное место, крепление к патронника, к рамке. Здесь его просто нет, потому что патронник здесь выполнен за одно целое с самой рамкой. Это также добавляет крепости вот этому узлу. Вот. Что самое характерное, ствол здесь полностью стальной, абсолютно полностью. То есть это не сплавной ствол, в который вставлен внутри стальной лейнер, а здесь ствол полностью, абсолютно полностью стальной. И, насколько я понимаю, усажен в патронник на горячую, впрессован на горячую. К этому вернемся мы чуть-чуть позднее. Значит, вот эта заглушечка, это не единственное, чем заглушен ствол. Она стоит только сверху, такая яркая, привлекающая к себе внимание. Значит, это говорит о том, что пистолет тренировочный, сигнальный, стартовый. Если вас она беспокоит, она легко извлекается, ну, в принципе, обычным саморезом или штопором. Значит, следом за ней в стволе установлена заглушка, которая аналогична установленной на эколах. Значит, впрессованная, конусовидная заглушка для того, чтобы ее нельзя было выкрутить ни с одной, ни с другой стороны. Ну а потом, собственно, закручена заглушка на шестигранник вот здесь вот. И, ну, как бы добраться к ней ни с этой стороны у вас не получится. Да, то есть, если начать что-то выбивать, просто повредится сам пистолет, придет негодность. Это к тому вопросу, что существует очень много любителей переделывать подобные вещи. Да, здесь это реализовано вот так. Значит, при выстреле отвод пороховых газов осуществляется через отверстие внутри патронника, сверху патронника, вот здесь, примерно 3 мм в диаметре. То есть, когда вы стреляете, все газы выходят не вот сюда, как при стандартной стрельбе, выталкивая пулю, или при стрельбе из газового пистолета, а вверх. Значит, следуем далее. Патронник тоже у нас такими основательными толстыми стенками. Это добавляет ему ресурса, ну, на мой взгляд. Отражатель. Отражатель тоже стальной, крепко усаженный на рамку. Ударно-спусковой механизм здесь практически весь полностью тоже стальной, ну, разве что кроме спускового крючка. Он пластиковый. Значит, ударник. Здесь выглядит вот так. На мой взгляд, конечно, турки схалтурили именно на этой модели, что ударники не, значит, обычно здесь, в этом месте, ставится какая-нибудь стальная вставочка. Вот здесь. Для того, чтобы при многократном ударе по бойку, так как он тоже стальной, здесь не появлялась выбоинка. Вот здесь. Вот видите, несколько раз похолостил, уже начинает намечаться выемка. Здесь никакой вставки стальной нет, но в принципе, если ровные руки, сюда можно закрутить что-нибудь типа винта или даже с банальнейшего самореза, аккуратненько его обточить, это добавит ресурса. В общем, в целом как-то так. Значит, по техническим характеристикам, длина, ширина, высота, вес, сейчас все это мерить не буду, просто добавлю характеристики в видео, где-нибудь сбоку они сейчас появятся. В общем, теперь начинаем собирать и попутно делиться какими-то впечатлениями, которые у меня уже сложились. Значит, ну, пока не собрали, хочу обратить внимание. Вот здесь вот, в этом месте, при разборке я обнаружил вот такие вот остатки литья, или, я даже не знаю, как это назвать, облой. То есть он, скорее всего, появился, когда ствол усаживали в патронник, и никто не потрудился его отсюда убрать. В принципе, не критично, но смотрится не очень. Далее. Пытаемся все это дело собрать. Значит, ставим все это вот так вот назад. Теперь
Возвращаем затвор на место. Идет зараза очень туго. Тянем его до упора назад. Пытаемся опустить вниз и установить на полозье. И сталкиваемся с неприятным моментом. Он сюда, зараза, не ставится. Как бы я на него не давил, как бы я его не оттягивал назад, а назад он оттянут уже до упора, все равно он сюда не ставится. Имеем вот такую вот неприятную вещь. Не критично, но тоже неприятно, да, как для нового. Значит, я выяснил что? Что для того, чтобы установить затвор назад, на положенное ему место, вам нужно подлезть вот сюда пальцем и оттянуть курок еще ниже. После этого затвор ставится на место. Я не знаю, задумывалось ли это производителем изначально такая система, или это просто в некотором роде мне попалась такая, да, в виде заводского брака. Но, как выяснилось, здесь уже имеется небольшой заводской брак в виде облоя на стволе возле патронника. Опять-таки есть вот такой вот неприятный момент с установкой затвора на место. В принципе, подлезть туда пальцем и оттянуть курок вниз для того, чтобы затвор поставить на место, ничего страшного, ничего тяжелого, но общее впечатление портит. Двигаемся далее. Как все это дело ставится у нас назад? Ну, естественно, здесь видно, что теперь вот этот рычаг назад просто так не запихнешь, как ни старайся, потому что ему мешает пятка направляющей возвратной пружины. Что нужно сделать? Здесь уже как бы без дополнительных инструментов не обойдешься. Ну, в принципе, может и можно обойтись, если у вас пальцы сильные, можно попробовать. Значит, для того, чтобы все это дело поставить назад, нам нужно оттянуть затвор, чтобы появилась направляющая возвратной пружины. Ухватить эту направляющую как-нибудь пальцами мощно и оттянуть ее вниз настолько, чтобы скрылась пятка. После этого можно будет поставить вот этот рычажок на место. Но так как у меня пальцы не очень сильные, да еще немножко в масле, я буду пользоваться дополнительным инструментом. Хочу сказать, что в тех же Эколах, например, в модели Экол, дай бог памяти, Экол Феррат Магнум и Экол Чакал Дуал, а здесь в направляющей возвратной пружины было отверстие. И вместе с пистолетом поставлялся небольшой ключик, который вставлялся в это отверстие. Когда вы отпускали затвор, он отодвигал направляющую возвратной пружины вперед, да, и рычажок ставился на место без всяких проблем. Здесь этого нет. Пальцами особо не ухватишь, поэтому будем пользоваться дополнительным инструментом в виде плоскогубца. Так, все это дело мы назад поставили. Возвращаем, отпускаем. И опять-таки видим следующую ситуацию. Направляющая возвратной пружины начинает почему-то торчать из кожуха затвора, а рычажок здесь не держится, элементарно выпадает, даже под своим весом. Это тоже немножко неприятно. Причем я как бы оттягиваю затвор назад, отпускаю, и все равно видим эту историю. Для того, чтобы все это ушло, как я уже выяснил, нужно опять оттянуть направляющую возвратной пружины вперед и отпустить ее. После этого она становится на свое место и не мешает рычагу, который удерживает затвор на своем месте. Скажем так, не критично, но тоже немножко неприятно. Естественно, все это ровными руками потом можно убрать, но хотелось бы получить из коробочки вещь, которая работает нормально. Хотя, с другой стороны, стоимость этого пистолета не столь большая. Где-то около 50 долларов, ну как для игрушки, не очень много. Те же сталкеры турецкие, которые славятся своим качеством и крепкостью, стоят не менее чем 100 долларов за модель. Теперь
с чем мы столкнулись, да? С установкой затвора назад выяснили, в чем проблема. С направляющей возвратной пружины тоже выяснили, чем все это дело лечится, не вопрос. Потом почухаем, подмажем. Обои со ствола на самом деле удаляется обычным ножом. Тоже никаких проблем, просто хотел все это показать. Теперь переходим к самому интересному. Мы берем, открываем коробку патронов. Берем первый попавшийся. Заряжаем его в магазин. И загоняем его в ствол. Да, страшная вещь, не дай бог выстрелит. Но! Ну, даже магазин, наверное, вынимать не будем. Теперь имитируем выстрел, когда газы начинают выходить вот отсюда, затвор откатывается назад, и видим вот такую замечательную вещь. Патрон остался в патроннике. Почему так происходит? Сейчас посмотрим еще раз. Берем тот же самый патрон, заряжаем его в магазин. Заряжаем еще один патрон в магазин. Снимаем затворные задержки. Патрон пошел в ствол. Оттягиваем назад и вообще имеем вот такую историю. Начинаем разбираться. Магазин из... Вынимаем. Вытаскиваем патрон, проверяем, что все чисто, можно дальше играться. Значит, в чем проблема? Проблема здесь в том, что по какой-то странной причине зуб выбрасывателя, вот его здесь видно, сейчас даже покажу, чтобы было видно получше. Вот он у нас. Почему-то не доходит, скажем так, он должен по максимуму заходить вот сюда, для того, чтобы подхватывать проточку в патроне, да, и выщелкивать его назад. Но здесь он почему-то сюда не заходит. Почему, я не знаю. Вот, для того, чтобы выяснить, в чем проблема, то есть, естественно, понятно, что пистолет в таком состоянии работать не может. То есть, он сделает один единственный выстрел, затвор дернется назад, патрон останется в патроннике, затвор подхватит новый патрон упрется в старый стрелянный, который остался в стволе, и все это дело застопорится, и не получим требуемого эффекта. Для того, чтобы выяснить, в чем проблема, я уж не стал ковыряться, хотел показать. Ну, придется, наверное, полностью снимать вот этот зуб выбрасывателя, смотреть, может быть, под него при установке его на заводе что-то попало, не дает ему нормально работать, может быть, слишком слабовастенькая пружина, может быть, слишком узкая, скажем, проточка под этот зуб, не знаю, буду смотреть. Вот, собственно, к чему я все это дело показал? А, еще один маленький момент, на который хотел бы обратить внимание. Тоже, в принципе... Не то чтобы критично, ну не совсем, скажем так, мне нравится. Затвор-то у нас из сплава выполнен. А затворная задержка, она как бы из тонкого листового металла. Тонкого, ну в принципе прочного, но не в этом суть. Суть в том, что при том, когда вы снимаете затворные задержки, да, она как бы по чуть-чуть начинает выгрызать затвор вот в этом месте, да? Так как затвор все-таки подпружиненный, вы опускаете затворную задержку вниз, и она частично царапает затвор вот в этом месте. То есть, и когда это происходит достаточно часто, ну, как бы здесь будет вырабатываться по чуть-чуть. Ну, с другой стороны, он не должен работать вечно, это игрушка, за свои деньги, в принципе, неплохая. И там годами не должна работать. Поигрался, сломалась, или кому-то подарил, или кому-то продал. Вот, собственно, пожалуй, на этом все. Что хотел рассказать, рассказал. С какими-то впечатлениями поделился. Постарался показать все это в каком-то, скажем так,
ближайшем рассмотрении, нащупал какие-то минусы. Да, то есть это либо брак заводской, просто мне по счастливому стечению обстоятельств именно попался он именно мне, потому как я вообще в этом плане очень, скажем, везучий человек, да. Ну, слава богу, люблю поковыряться с подобного рода вещами. То есть я думаю, что без проблем все это будет решено. Просто имейте в виду, что возможно, возможно, при покупке у вас могут появиться какие-то проблемы. Но на самом деле вещь очень интересная, такая, скажем так, применительно к подобного рода ширпотребной игрушке, наверное, неудачно сказать, харизматичная, но тем не менее, мне нравится такая себе интересная штучка. Приведем ее в порядок, подчухаем, подмажем, где нужно подточим. Я думаю, будет работать как часики. Ну и со временем, естественно, не зря же здесь присутствует по меньшей мере коробка в 50 патронов. Мы, естественно, из нее постреляем, посмотрим, как все это дело выглядит, как все это дело шумит. Вот. Ну, будет еще одно видео со стрельбой. И там уже можно будет еще о чем-нибудь поговорить. Затем я прощаюсь с вами. Спасибо большое за просмотр. Если вам было интересно, ставьте пальцы вверх. Я думаю, было нудно и долго, но тем не менее. Если вам не понравилось, что поделаешь, ставьте пальцы вниз. Буду рад любой объективной критике. Если есть какие-нибудь дополнительные вопросы, можете задавать их в комментариях. Всего вам доброго и до встречи в следующих видео.